Глава региона Павел Коньков встретился с руководителем Федеральной службы государственной статистики Александром Суриновым. В ходе рабочего совещания были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия ведомства и исполнительных органов власти. По мнению губернатора, чиновникам порой не хватает статистических данных по городским округам и районам, которые характеризуют уровень развития муниципалитетов. Глава Росстата пообещал, что ведомство выработает решение, которое позволит, не нарушая принципа конфиденциальности информации, сделать доступными часть важных данных для руководства области. Кроме того, говорили на встрече об очередной переписи населения. Подготовка к ней уже началась, хотя пересчитать всех россиян планируется только в 2020 году. Мы, когда перепись населения проводим для других, большие работы, мы всегда обращаемся к администрациям субъектов за поддержкой, почему нужно найти помочь нам переписчиков, квалифицированных, грамотных, ответственных. И, естественно, администрация лучше знает население своих регионов, чем мы в Москве. Естественно, нам нужно подобрать помещение, где будут размещаться переписные участки. Ну и, в общем-то, разъяснительная работа, вот, общение с населением,